Йоу, здоров, народ! С вами снова мистер Чейзер, вы смотрите мой жестплей канал. Ну и как вы поняли, я все еще продолжаю проходить игрушку под названием Need for Speed Underground 2. Так, высокие сложности у нас. Посмотрим, как мы с этим кризисом сможем справиться. Вряд ли, конечно, но попробуем хотя бы. Как говорится, попытка не пытка. Погнали, давай, утюжок! Вперед, жми! Я немножко отдохнул, буквально, не знаю, минуток 10, наверное, за кадром. Посидел, почилил, повтыкал, музычку послушал. Знаете, как-то немножко устаешь. Вот вы думаете, типа, что такого сложного видео записывать, да, прохождение, и сидишь в игрульке играешь. На самом деле, это изматывает. Я не знаю, как вам это объяснить. Попробуйте сами позаписывать и почувствуйте это дело. Это реально изматывает. Опа, смотрите, тормоза стали классными. То есть мы теперь тормозим прям как надо. Это хорошо. Я не знаю, заметили ли вы разницу, я лично заметил. Ну, разницу в тормозах, по крайней мере. Эй, жми давай. Это приятно, кстати, разница. Оп, надурил. А фура думала, типа, все уже, пора прощаться с родными, близкими, там и так далее. Так, это спринт, значит, нам надо побеждать. Ну, не тупить, как я сейчас этим занимаюсь, да? А побеждать. Так, что у нас там? 28% всего, ни хрена себе, что такой долгий спринт у нас? Не, не то чтобы я был сильно против, но, блин, это похоже как будто на кольцевую гонку, в которой просто три круга, но они объединены в один, так сказать. Ладно. Думаю, справимся с этим кризисом. Сложность вроде как высокая, сейчас, к сожалению, не посмотреть. Но вроде я в прошлом видео как раз таки все до высокой поднял. Могу ошибаться. После гонки сейчас глянем обязательно. Потому что пока мы можем тащить. Тьфу-тьфу-тьфу. Опять же. Постоянно надо тьфу-тьфу делать, потому что, блин, с этим каким-то грейдом противников как-то стало слишком часто, стало как-то сложно играть. Так, там вроде никого нет. Тоже думал, сейчас навстречу у меня трафик летит со всех своих четырех колес. Так, жесткое место, где лучше в срезку не ехать, потому что там срезка, ну, такая себе. Не профессиональная, так сказать. Опа, привет. В срезку решил заехать, а она такая себе, дядя. Я проверял, я знаю. Эй, слышь. Тебе запрещено тут ездить вообще. У тебя прав нет. Водительское удостоверение, быстро сюда. На стол. Вот видите, без нитро я бы, наверное, вряд ли его догнал уже. Охренеть, все, просрали. Вот это на горе, я его ненавижу. Из-за того, что здесь хрен попробую вырулить. 80%. Да, высокая сложность все-таки не для нас. Меня уже даже второй дурачок обгоняет. А я ничего не могу сделать, меня машина не поворачивает. От слова совсем. Хотя мы здесь вроде ездили, здесь было нормально у нас. Попробуем. Давай, 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 жми, родненький, почти обогнали. Это прям как гонка в каньоне в каком-то. Пошел нахер. Ай, блин, да не, ну я не могу такой. Ну что за срань, ну прям перед финишем, алло, дядя. Игра, ну ты прикалываешься или как? Ну серьезно, скажи. Зачем ты меня постоянно так вот подкалываешь? Типа, на, прям перед финишем делать такую вот маленькую, сука, закоролючку. Где ты, ну вот, хочешь не хочешь, а по-любому влетишь в стенку еще куда-нибудь. Ну зачем такое делать, игра, алло? Что с ботами происходит? Они еще специально так тупят? Чуть не могу понять. Вот нахера делать такую закорлючку? Видели? Вот просто, блин, на финише малюсенькая, милипиздрявочная закорлючка, где-то там, ну, очень сложно в поворот вообще войти. What? Что? Иисус, это ты подкидываешь там гонщиков новых? У нас на трассе новый гонщик появился, алло, ребят. Видели этот прикол? Чувак просто, блин, материализовался. Его просто сам боженька нам подкинул. Иисус, не иначе. У нас сейчас новый гонщик, кажется, появился. Видели? Я, кажется, я вроде как не эксперт, но кажется, у нас реально новый гонщик. На трассе. Четвертый. То есть, видите, на мини-карте трое вроде. Там, кажется, четвертый появился. Просто Бог нам подкинул еще одного противника. Или мне кажется. Охренеть. Реально, блин, материализовался. Ты что так за мной едешь, сволочь? Не догоняй меня. А то я сейчас выйду из машины... И дубинку свою достану, полицейскую. Здесь-то полиции нет, но я буду за полицию, понял? Понял, ублюдок? Да, блин, я не знаю, как эти повороты проходить. Просто не знаю.
меня уже силы сочится, нет, хочется как-то игру заканчивать потихоньку. То что-то, знаете, вот такие вот моменты, когда появляются в игре, когда тут жопу поджигают тебе, моменты такие. Тогда хочется побыстрее уже, чтобы игра закончилась. Но, к сожалению, хрен тебе, тут еще играть и играть. Насколько я помню, это еще, ну, как бы, далеко не конец. Здесь еще гнать и гнать, здесь еще профлиги столько играть, что ё-моё. Ох, ё-моё! Вот это десок, вот это ДЦП. Посмотрите на лицо этого ДЦПшника. Еще один проехал. Кошмар, что происходит? Нет, три гонщика. Откуда четвертый взялся? Или его просто материализовало? И с конца, так сказать, к нам, поближе. Ощущение, будто его реально материализовало. Так, а теперь самое сложное. Повороты. В месте, где хрен повернешь. Сейчас еще и трафик навстречу. О, я так и знал, что не надо было по встречке тут ехать. Да. Гонки по этому, мать его, Северному Нагорью такие увлекательные, в скобочках нет. Машину со стороны в стороны носит. И ты ничего не можешь сделать, что самое печальное. Даже догнать его не могу. Ё-моё, вот это было опасно. Если не сказать больше. Очень опасно. Давай, выжимай все, что у тебя есть. Грёбаный утюг. Выжимай все, что у тебя есть, сука! Не, хрен тебе. Ну чё, как я и говорил, проходим игру на среднем уровне сложности до конца. Потому что я уже не могу. Мне серьезно, третий рестарт. Это жестоко. Хотя бы сейчас на равных, блин, стартуем. Уже приятно. Потому что, блин, они как вырываются вперед, мне аж страшно становится. Ну серьезно. Это просто начинает уже немножко напрягать. Просто на среднем уровне сложности легко. На высоком уровне сложности сложно. В чем прикол? Где баланс этой игры? Серьезно. Напишите, ребят, в комментариях. Может, я реально такой криворукий, что просто мне чуть-чуть не хватает, чтобы пройти эту гонку. Потому что у меня по ощущениям, ну как бы, я чувствую просто в игре отсутствие геймдизайнерского баланса. То есть, я не знаю, как это слабо выразить. Короче говоря, промашку геймдизайна игры 2003 года. Ну, правда, да, может, я скидку на возраст игры. Но, с другой стороны, вот, реально чувствуется, что тупо, блин, сложность какая-то не постоянно нарастающая. Тогда давай жми, ё-моё. То есть, с точки зрения геймдизайна здесь нет нарастающей сложности. Она как-то вроде и есть, но ее как бы и нет. Одновременно. Это уникальный случай, на самом деле, в игре я вижу. Потому что вроде я из себя выжимаю все, что могу. Я, конечно, не какой-то профи-гонщик, не какой-то профи-игрок этой игры, но я реально из себя все, что можно, выжимаю. То есть я играю, насколько это вообще могу. Хорошо. Вот на среднем я делаю всех, и они где-то позади. На высокой, ну, мне не хватает. На высокой сложности мне тупо не хватает мощности. Поэтому я же говорю, мне нужна машина, которая будет реально хороша в поворотах, но не в подворотах. И которая, в принципе, будет жать нормально вперед. Но такой машины почему-то до сих пор нет. Не, вроде Рыкса 8 там напрашивается, но... RX-8 это такое себе. Такой себе экземпляр, если честно. Очень такой себе. Давай поворачивай, алло. Ужас, эти, конечно, спринтовые гонки в Нагорье, это просто сейчас будет жестоко, реально. Вот сейчас, как бы, после этой гонки опять попробую сложность повысить. Чувствую, опять будет 3-4 рестарта. Просто понимаете, как бы, если бы я играл чисто для себя в игру, я бы, возможно, даже, ну, и не менял сложность на среднюю. Но так как я это дело записываю, мне как-то, знаете, не хочется по 5 раз переигрывать одну и ту же гонку. Или там вырезать некоторые гонки. Я сейчас-то вот включил запись и вам показываю, как я играю. Все. Как я прохожу игру. Я не хочу запариваться над монтажом, потому что у меня, как я говорю, времени тупо нет на это. Я как бы игру прохожу тогда, когда я уже канал закрываю. У меня тупо нет времени сидеть там, вспоминать, то есть... на монтаже, типа, что-то там... вырезать. Ну, нет у меня времени на это. Поэтому... Вот этот поворот, конечно, очень коварный. Очень коварный. Пипец, какой коварный поворот. Вот почему нельзя просто финиш перед поворотом сделать? Я не понимаю. Так. Все-таки я попробую.
Короче, машина как-то, знаете, странно. То есть мы ее уже загрейдили, будь здоров, а она все равно не может с места нормально разгоняться. Не знаю, уникальный случай, когда машина загрейджена, но не может с нуля там до сотни, не знаю, дожать за 4 секунды, допустим. Уникальнейший случай. Так, ладно. Еще одна спринт-гонка. Опять по Нагорью. Ну, попробуем. На высокой сложности, конечно. О, лансер. Здорово. Почему у меня до сих пор лансера нет? Загадка, конечно. Давай жми до третьей передачи. Ну, ё-моё. Не надо это в машине прям говорить. Знаете, как это, как в каких-то аниме там проговаривают свои какие-то магии, заклинания, там, способности, типа, кастую, не знаю, там, заклинание ублюдочности. И все, они орут это там прям, не проговаривают, а именно прокрикивают. Тут не надо в той самой машине кричать, да, типа, включаю третью передачу, вперед, дзюцу третьей передачи, погнали. У меня такое ощущение, будто реально на машину надо орать, тогда начинает более-менее себя вести. Это странное у нас отношение с этим Пежо. Поворачивай давай, мне надо реально орать. Поворачиваю! Так эти твари еще догонять как-то. Как у них получается поворачивать, я вообще не могу представить, если честно. Ох уж эти гонки по Нагорью, ё-моё. Такие закрученные трассы, это просто жесть. Ладно, кризис этот мы переживем, конечно. А что там будет у нас в этом, в промзоне еще? Там тоже жестокие гонки. Это нас еще как царь бог миловал, как говорится. То есть как-то быстренько мы там гонки. Там в основном стрит икс были. Всякие драк рейсинг я там тупо скипнул, потому что ну это жесть, а не гонки, если честно. Там очень жестоко будет. Вот этой ЖД полосам гонять. По рельсам, по шпалам, по этим. Так, 60%. Почти приехали. Так, главное, на трафик не нарваться какой-то встречный. И не только встречный, вообще в любой. Но нитро надо взять, спасибо. Нет! О, господи! Но все равно я просрал. Ох, ё-моё. О, спасибо, спасибо! Спасибо тебе, добрый человек. Добрый бот, точнее. Просто взял меня, спас. Хотя там ситуация была очень безнадежная, если честно. Блин, вот из-за этой твари я сейчас не смогу нормально поворачивать. Вот из-за этой твари, да, из-за тебя, скотина. Вот мне не нравится, когда ты мне мешаешь наслаждаться гонкой. Хотя я вроде более даже наслаждался и более-менее. Ну, конечно, меня тот чувак просто спас, просто поставил свое колесо поддержки, так сказать. Охренеть, вы видели, он просто, я как бы летел в кювет уже, все, мне хана было. А он меня взял и просто подходит, такой, типа, Чейсер, давай, хватит гореть. Просто, знаете, под руки меня такой и на финиш подкинул. Спасибо, дружище, вроде на тебя не забудет. Опа, блокопроводный двигатель, еще один. Да ё-моё, сколько можно этих гридов открывать, потому что у меня денег на все это дело нет. Не, как бы есть, но, блин, надо мне же еще RX 8 качать. Там еще есть новые тачки, еще есть. О, кольца. Поехали. А, давай. Нормально. Капец, они на нитро топят. Мне так нравится. То есть они на нитро, я не знаю, там до четвертой передачи, наверное, топят, и потом без нитро ездят. Забавно, ребята. Так, на... о, Nissan, кстати, тоже надо бы мне прокачать, а то у меня в гараже валяется. О, здрасте, это у нас любовники тут объявились опять. Давно вас не видел. Хотя вы практически в каждой гонке присутствуете. Так, ну, не знаю, сколько здесь кругов? 3. Попробуем. Здесь трасса более-менее ровненькая. Здесь можно было, наверное, даже ТТ-ху взять. Хотя, не, я ей не доверяю в последнее время. Честно, вообще не знаю, зачем я ее взял теперь. Ну, теперь. Поначалу у меня показалось интересным решением. Но потом, типа, мэ. О, здесь сейчас будет жестко. Да, блин, поворачивай ты, ё-моё. Ну, что за говно? Ну, почему ты не поворачиваешь? Твою налево. Что происходит? Куча мала, парни. Я просто, это корыто не поворачивает. Видели, мне там миллиметра не хватило, чтобы нормально повернуть. И чтобы, как бы это правильно сказать, чтобы просто избежать вот этой вот аварии массовой нашей. Просто миллиметра не хватило. О, здорово. Люблю такой момент.
Вот мне просто реально миллиметра не хватает, чтобы, ну, повернуть нормально машине. Дожать, так сказать. Так, тут три круга, кстати. Надо сильно так не тупить, как я это делаю. Да и просто не хватает поворачиваемости, ну, управляемости. Просто не хватает. Надо блок управления двигателем или... Нет, трансмиссия нужна новая. Хотя у нее вроде максимально в этой тачке стоит, так что я даже не знаю, что ей надо. Пиздюлей ей надо дать. И тогда она будет ехать, наверное, на святом духе. Как и боты. Чтобы бот тоже помогал. Да пошел нахер. Только у меня здесь быстрая машина, а ты на корыте ездишь. Вот так вот. И так будет с каждым ублюдком, который придет мне дорогу. Господи, что ж ты делаешь? Тебе что, совсем жить не хочется? Тебе что, совсем дома никто не ждет? Выскочил он тут, блин, на кучу гонщиков нереальных. Сейчас мне хватает скорости и управляемости. Отлично. Чего этого раньше не было, я не знаю. Тихо. Отлично. Смотри, как хорошо складывается. Здесь какая-то херня будет, сто пудов. Вот типа такой. Давай! Вот эта змейка меня очень не радует, конечно. Машины трафика, просто, знаете, глаза мозоль, типа, сюда не ходи, туда не ходи, и сюда тоже. Вообще никуда не езди, просто, блин, стой на старте, да, и все будет у тебя нормально. Не врезаться никуда не будешь. Особенно, конечно, напрягает, когда машина трафика и по встречной, и по продольной едет, ну или как это называется, попутной, да. Ой, только не замедление времени, не надо, не сейчас, дядя, пожалуйста. Тут очень ответственный момент змейки этой тупой, которую я не люблю. Жми, ёкарный бабай! Есть! На высокой сложности, заметьте. Вроде как собрался я. Хотя чуваки на 350-м Z гоняют, охренеть. Сумасшедшая, мягко говоря. Так, давайте-ка на особое место еще сгоняем, раз уж мы здесь. И там уже, наверное, нам надо будет в город топить. Что у нас по гонкам, кстати? Профлига есть? Есть! Отлично! Где она там? Ага, в центре города. Особое место есть здесь еще. Так, нам надо потом на профлигу гнать. Так, у нас тут особое место. Два дрифтинга есть еще. Блин, тут еще две гонки есть классные. Блин, так классно. Хочу их проехать. Ладно, наверное, сегодня на профлигу мы не поедем. Поедем там стритикс выполнять. И поедем на спринт еще. Профлигу оставим на потом. Профлига слишком профессиональная для меня. Быть забавно не звучало. Так, тут фотка. А, отлично. Тут сразу фотка. Это супер, я тащусь. Чувак, ты стал звездой, ты попал на ТВ. Speed Demon 3. Industrial Nightmare. Да, моя машина реально индустриальный кошмар. Так, ну что, теперь погнали на спринт, мой любимый. Шикарный. Сделаем спринт, там еще рядышком Street X есть. Как раз. Отлично. Чувак, на лансере. Тебе не стыдно на лансере передо мной гонять? Опа. Какая за денежка была. Я сейчас не буду пренебрегать любыми средствами, которые валяются на полу. Серьезно, я не буду пренебрегать. Мне сейчас деньга нужна будет. Сейчас машину загрейдить надо. Так, погнали. Поэтому на горе я очень не хочу гонять. Хотя, блин, мне нравятся вот эти две дрифтовые гоночки. Очень нравятся. Они так привлекательно выглядят. Ладно, думаю, до них мы дойдем еще. Очень надеюсь, что дойдем до них. Не забудем. А я такое могу и забыть. Так, мне с тобой гонять мы не будем. Ну, у тебя нахер. Мне мама не разрешает с такими дядями гонять попутными. Интересно, машина еле поворачивает. А почему ей не хватает управляемости, а? Как так прокачать машину, чтобы ей хватало управляемости? Спринт! Перестань тупить и вставай на старт! Даешь деньги, участвуешь в гонке, решай быстрее. Ну, перестать тупить я не умею. К сожалению, ребят, извините, не умею переставать тупить. Хотя у вас тут лансеры. Жесткие. Давай, я тут уже на нитро лечу. Почему ты третью передачу не переключаешь, а? Неужели так сложно? Так, ребят, очень жесткий поворот. Просто так, знаете, для справочки. Вдруг вы забыли. Тут змейка небольшая.
смысле? Тут, блин, чувак вообще охренел. С работы домой себе ехал, а тут гонщики нереальные гоняют. Так, еще черный утюг с ними. Так, это тоже, наверное, охреневший тут. Да, блин, почему тебе не хватает управляемости? Ну какого хрена, а? Просто об забор поворачиваем. Я так ненавижу этот момент в игре, да, когда у тебя машина вроде уже раскачана, но все равно и тупо, блин, не хватает управляемости. Почему, я не знаю. Надо, наверное, зайти в регулировку, или как она там называется правильно, да? Настройку точную. Может быть, там попробовать как-то немножко увеличить ей что-то на 20 сантиметров. Оп! Вот тут, кстати, опасно. Так, это у нас спринт, поэтому ошибки неприемлемы. От слова совсем. Причина высокой сложности, да? Охренеть! С ума сошел по встречке тут гонять. А, это я еду. Да, не важно, он едет мне навстречу. Так. Нет, только не влететь бы. О! Давай! Есть! Да ты смотри, мне что-то стало вести прям в последнее время. Тут чуваки на лансерах просто... Вот так по жопе дают. Опа, для обложки автомакс-магазин можно сфоткаться. А где она? Тут. Ну, далековато. Если потянешь эту гонку, именно твоя морда будет на обложке автомакс. Почему морда? Лицо. У меня не морда, у меня лицо. Блин, надо, наверное, эти сломо повырубать. Они немножко отвлекают. Как вы думаете? Я, наверное, думаю, надо их вырубить. Пока с прыжков отключить. А, попробуем Street X пройти. Я, правда, не знаю, у нас машина какая-то стала не такой уж управляемой. Но попробуем. Тут чувак на 350-м. Ему что, наверное, нормально как-то. А, ну да, у нас там любовник, я совсем забыл. Это что такое? А, это Lexus S300. Ну, кстати, Lexus неплохой, зря, мне кажется, я его обменял раньше времени. Может быть, если бы его загрейдить, была бы неплохая машина. Ну ладно. Я что-то частенько вижу Lexus. Хотя, не смотри-ка, машина все еще может моя что-то показать. Блин, забыл сложность посмотреть. Ну, вроде сложная. То есть высокая. Это что-то такое ощущение, будто опять легко стало. Или я собрался. Или просто сложность средняя опять. Не знаю. Сейчас надо будет проверить обязательно. Так. Жалко здесь, кстати, в игре всего лишь 29 композиций. Вроде как 29. Я бы побольше музычки всякой запихал интересной. А так, как-то, знаете, начинает уже музыка приедаться, серьезно. Да, в принципе, оригинальная музыка тоже приедалась. Но она там была реально крутая. А тут мне пришлось пихать royalty-free музыку. Она не вся крутая. Я тут лучшие из лучших просто отбирал. Поэтому начинает уже немного приедаться, если честно. Так, нормалек. И тут повернуть надо нормально. Последний круг. Блин, люблю Street X за то, что здесь как бы... Ну, во-первых, я король. Этого жанра гонок здесь. А во-вторых, как бы... За минимальное время они проходятся. Отлично. Так, сложность. Высокий. Нормально. Это значит, я прям собрался с мыслями. Так, что у нас здесь есть? Надо заехать загрейдить машину. О, две гонки профлиги открылась уже. Шикарно. Поэтому едем, грейдим машину. Нам это очень надо. А потом, кстати, давайте заедем, посмотрим, какие у нас есть новые варианты кузова, например, или еще что-то. Потому что мне надо визуального рейтинга 6 вроде достигнуть, говорили. А у меня эта машина ближе всего. Любой отвес на любой вкус. Все, от бамперов до спойлеров. Ага, я понял. Капотов новых нет, заборников нет, фары... О, фары новые! Фары новые открылись. Отличненько, 4,85. Задние не открылись, боковые зеркала... О, новые боковые зеркала. Сейчас у нас будет визуальный рейтинг на пятерочку уже, да? А вот и он. Отлично. Так, ничего новенького, спойлеры, ничего новенького. Воздухозаборники и так классные у нас. А, не, можно еще лучше сделать. Давай такой. О! Мы, правда, деньги тратим в никуда, по большому счету. Ну ладно. Опа! Обложка DVD Modified to the Max.
Поздравляю, фотографии твоей тачки хотели поместить на обложку такого-то журнала. Отправляйся к месту. Да-да-да. А где оно? Здесь, да? У нас раз, два, три, у нас целых три особых места. Как же классно. То есть можно поехать чисто пофоткаться. Ребята из съемочной группы ищут каскадера. Придешь к финишу первым, получишь место в фильме. Серьезно? Тут парни из студии Modify to the Max. Они снимают. Постарайся сунуться в кадр. Давай. Постараемся. Ты как бог. Так, а ну-ка глянь. Да ё-моё. Слышь, подвижухи в районе аэропорта. Нет? Там что-то будет. Говорят, понаехали мажоры с баблом. Их можно будет легко развести. Сгоняй. Какие мажоры, алло? Так, а что у нас за гонка у нас? О, давайте это еще проедем. Для тебя правила будут простые. Медленная машина ездит справа. Я не путаюсь у моих ребят под ногами. Усвоил? Усвоил. Поехали. Попробуем эту гонку пройти. Или пройдем, или нет. Одну из двух, как вы понимаете. Как бы хотел уже видео заканчивать, но потом подумал, типа, да ладно. Уже гоночка такая простая, ну вроде как. Выглядит простой. Так, понял, давай заново. О, хорошо вроде стартанул. Ну, я, по крайней мере, показал, что я хорошо стартанул. Сейчас узнаем. Здесь очень просто жесткий поворот будет налево, да. Надо как-то его отлично проехать. Ну, конечно, да. Для меня отлично его проехать, это такое понятие невыполнимое, как я понимаю. Ну, попробуем. Так, тут надо по встречке лететь. Иначе... Ох, ёба, вот это агрессия, ребят. Вы чё такие агрессивные? Бацы, вы чего? Ага. Так, нитро мне дай. Да, нитро дай. О, спасибо. А то мне что-то без нитро совсем не радостно ездить, если честно. Так, вот тут очень опасно, на самом деле. Оп. То, как я и сказал. Ать. Хреново получилось. Но лучше уж так, чем влетать. Да ё-моё. Ты чё, прикал? Ты специально хочешь, чтобы я видео закончил? Ладно, хорошо, заканчиваем видео, окей. Сам того захотел. Так что ладно, дамы и господа. Просто слишком видео затягивается, во-первых. Во-вторых, я уже начинаю реально поджигать свой пердак. Поэтому самое время заканчивать, успокаиваться. Ну и говорить вам, что если вам нравится данное уже в каком-то плане горящее прохождение, и вы по каким-то причинам не подписаны на канал, то самое время это исправить. Подписывайтесь на него, мне будет очень приятно. Также нажимайте на колокольчик, который будет уведомлять вас о выходе новых видео на канале. Обязательно лайкайте его, оставляйте свои комментарии. Ну и группы ВКонтакте по ссылке в описании заходите. Там тоже много всего интересного. На этом все. Всем удачи и всем пока, ребята.